Don't hide. Катюш, привет, 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 как дела? Доброе утро, как ты? You remind me of my... come on, I already have a girlfriend. I just woke up 1 hour ago. Good morning. Hi, David, how are you doing? Happy Halloween, guys. Максим, привет. What you gonna do? You gonna be celebrating? Блин, Катюш, серьезно, у нас сегодня градусов 5. Ну, это здорово. You have a girlfriend? I have a girlfriend. Happy Halloween. For me, today, 1st November. I celebrating yesterday. Yeah, any plans for this weekend, David? Today my mom have a birthday. We are well celebrating her birthday in a restaurant at evening time. So, on weekend I don't have some special plans. I can be waiting. Have a happy life together. Thank you, Sally. What about you? You have a girlfriend? Hi, I'm from Belarus. Where are you from? Ah, there, thank you. I wanna swim in your eyes, Dawn. Thank you. Привет. Как дела? Hi, Alex. Thank you. From France, are you single? No, I have a girlfriend. Okay, hi, Dukes, hi. Доброе утро, Алекс. Как ваши дела? David! Thank you. How's your mood, David? You have a little bit charming way about you. John, hi. Sorry, guys. Sorry. Just checking. Катюнь, какие у тебя планы на сегодня? Что будешь делать? Ой, спасибо большое! Катя, я так старалась скрыть планы этого месяца до последнего, прям до вчерашнего дня, а уже 1 ноября. И обратно все надо закрывать. Эмрэхэй, зал мой любимый. Эмил, привет, как дела? Ты почти там не спишь, что ли? GameStop, hi. Прилетела подружка, здорово. Будете тусить? I need to sleep, but I can't. Why you can't sleep? Эмрэхэй, thank you so much. Привет, что делаешь? Что за план? Ну, тут же есть для... ведущих свой план.
Джонни, привет, спасибо большое, мы выиграем. Ты вообще супер крутая женщина. Спасибо тебе большое. Это очень приятно. Это я печатала просто, извините, ребят. Тимур, hi, how are you doing? So I'm here. Ну, слушай, Эйнсион, это, да, это тяжело. Эмоционально ты вообще выгораешь? Ну, в принципе, так же, как и в IT. Есть выгорание, да, как и в любой работе, окей. Вот. Я живу в Беларуси, в Минске. Ты эмоционально выгораешь, и очень сложно пополняться обратно всеми эмоциями, понимаешь? Вот. Нужно от кого-то это забирать, и ты просто тупо не успеваешь. Привет, Диан. Да, да, все хорошо. Все классно было. Ну, я тебе потом после эфира напишу кое-что. Джоник, спасибо за подписку. Спасибо. Ты откуда, Джоник? Ты красиво, серьезно? Спасибо. Если честно, я так спала очень плохо. Я из Лос-Анджелеса. Здорово, давно ты там. Элис, hi, how are you doing? Guys, good morning. Да, и как тебе Минск, рассказывай? Тебе понравилось или нет? 5 лет уже? Как ты перебрался? Откуда ты перебирался? Прям захотелось. Ребят, ну вам понравится Беларусь. Беларусь, а не Белоруссия. Спасибо, Эмил, зайчик. Спасибо большое. Какие планы у тебя на завтра, рассказывай? У тебя есть 200 тысяч долларов на счету? А ты, Александр, не считаешь, что такие вопросы задавать не так себе? Не очень прилично и нормально задавать такие вопросы человеку, которого ты видишь первый раз. Балуйся с Естер Евро. Доброе утро. Одесские массы, здравствуйте. Снова, что ли? Ну. У тебя есть 200 тысяч? Что? Когда у людей есть 200 тысяч на счету, налоговая будет сразу знать. Соколов, здравствуйте. Because Belarus have long-time friendship with Russia. Меня зовут Олеся через А. Олеся — это украинское имя. Самолет был обратно. And you ready to set? I don't want to speak about the political situation because TikTok will block my broadcast, sorry. Мне 31 год. Батл сыграем? Нет, не сыграем, спасибо. Спасибо, Алекс, хорошего тебе дня. Береги себя.